Да, может. Достопочтенный вот, согласился вообще уделить нам время и дать наставление по Атипаттана Сутте. Вот, и мы вот сегодня услышим о человеке, который ее долго практикует, практические советы по Сатипаттана Сутте. ආස් ගරු නායකහඳුරු අපිට අද සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගැන යම් කිසි කරුණු ටිකක් පහදලා දෙන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න අපි ඒ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන්. Для начала поблагодарим и вознесем Будде. Намо тассе бхагавато арахато самма самбуддассе. Намо тассе бхагавато арахато самма самбуддассе. Намо тассе бхагавато арахато самма самбуддассе. Саду, саду, саду. Если можно, я сначала два наводящих вопроса дам, да. А потом уже Люкуан Дрюне вот уже расскажет и даст более такие более практические конкретные наставления, да. По нас Сатипаттана Сутте. Мама не цела на прошлом деле, когда Ахан нам я говорю, а когда ты на видео, да? И два сего Бога сидит на видео, а когда ты на дарме сакхадала дарме Сатипаттана Сутте. Сначала я хотел бы спросить, в чем основная ценность Махаса Сатипаттана Сутты? Абридараган кэмэти бхагавадрими ми Сатипаттана Сутты ветра ведагатвини эй кэла исэлла. Сатипаттана Сутты ведагатвини эгэ мулиммати энни экаяну аям биккаве магго саттанам висуддия. Сока париддаванам саматиккамая. දුක්ඛ දෝමනස්ථානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්චිකිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා කියන බුදුහාඳුරෝ ඒක අවශ්‍ය වෙන කරුණු මුලින්ම දේශනා කළා. ඒකායනෝ මග්ගෝ අයං භික්ඛවේ සත්තානං විසුද්ධිය. මේ සත්‍යයාගේ විසුද්ධිය පිණිස එකම මගයි මහණෙනි තියෙන්නේ. Он цитировал слова Будды по отношению к этой сутре. Он говорит, что это единственный путь, единственная дорога, и каяно магу. И по этому пути можно достичь нирваны. Саттана висуддия. Есть получение просветления, очищения окончательное. Всех существ. Да. Поэтому он, эта сутра, она является основной, самой важной. Эти слова Будды прямо. Да, 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 да. Там указано, почему. А вот именно... Да. Тина саттана висуддия. Саттана висуддия. Саттяге висуддия пинисе. Пинисиду вима пинисе. ඒකෙන් කියනවා දුක නැති කිරීම පිණිස කියන්නේ. එහෙම. සත්තාන විසුද්ධිය මිසුදු අචිෂේනිය своего очищения имеется в виду сознание. И это есть освобождение от страданий. И окончание страданий. Сока париддаванам саматиккамая. අපිට තියෙනවානේ сока. එහෙම. අපි නොයෙක් දේවල් වල сок වෙනවා. එහෙම. පරිද්දවානම් පරිදේවේ ඒ කියන්නේ වැළපෙනවා එහෙම සමතික්කමාය එහෙම ඒව බැහැර කිරීම පිණිස එහෙම මේ обычно люди и существа они всегда но имеют свойство страдать и печалиться да беспокоиться да но вот это все свойства но это этому можно поставить конец, будет конец, если мы
правильно ведем, очистим сатана бисуддия, как он начал говорить в этих словах Будды, и чтобы очистим ум от загрязнения. Дукка доманасанам саматиккамай. Дук. Игене, а потом и эти вена дук. Кай квасине эти вена ледер рога валентино. Махару бави это паттено. Марани это паттено. Это кай ка дук. Дук доманасана. Манаси ка дук. Манасин апи хунга тевено. Кой калпана каранни. Еваги. Дукка домнасанам аттангамай. Дук домнас декамай. Егени кайка манасика дук сиаллакма нети кирима пинисе. Пира вот паттена хема диакма нети кирима пинисе. Дукка домнас аттангамана. Это он слова говорит о том, что есть трудные страдания телесные, есть физические боли. А есть боли, умственные. Которые умственные, да? На по этому пути можно остановить, освободиться от обоих болей. И это есть дукка доманаса. Дукка доманаса. Дукка это обычные боли, кайка. А доманаса кайка. Это кайка, доманаса это телесные, а доманаса это умственные, да, страдания, боли. Ньяяса адигамай. Ньяяса адигамай. Нуана дивну караганима пинисе. Получить совершенство своего своей мудрости, самой вершины своей мудрости. Адигамай. Можно получить наивысшую степень мудрости. Ниббанаса сатчикрияй. Нирване сакшат караганима пинисе. Ниббанаса сатчикрияй. Получить нирвану, достичь нирвану. Чаттаро сати паттана. Тенне экама магай махани экайно магго чаттаро сати паттана. Маханини экама магай тенне осияллакма нати карагани има сада. Эка тамани чаттаро сати паттана сатара сати паттана. Манахи только есть, только один путь. Чаттаро сати паттана. Это четыре. Анусмати. Основа внимательности, может? Основа внимательности. Вот. Это поэтому сатипаттана очень важно. Это май кая анупассана, ведана анупассана, читта анупассана, дхамма анупассана. Сатипаттана четыре части имеет. Кая анупассана, дхамма, ведана анупассана. Если можно сразу говорить для зрителей, да, я, потому что я понимаю кая анупассана, а некоторые зрители могут не понимать. Капатама и кайвачани сингар дирват киагнам гьянам. Кая анупассана. 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 Кая анупассана – это смотреть, наблюдать по телу. Кая анупассана – наблюдать за телом. Наблюдать за телом. Да. Это вот это тенава кая анупассана это пабба хаяк тену. Есть способов пять. Пабба кияна котас. Есть части пять. Палавини это тамай. Анапана сати. Это первый час, это анапана сати. Анапана паббая кира кино. Даже говорят анапана паббая, анапана час анапана. Да. Эгэнэ эка тиен эка самата бавана авак. Сита эка караганим санда, висирьяги сита эка караганим санда хатамай эка будуандру дешана калатиену и кая анупассана авата. Это самата медитация. Вот. Это анапанасати для того, чтобы в первую очередь успокоить ум, сосредоточить ум. Это когда илангратиена мы каяну обелиматама, мы кае субхаве ватахаганиматама ириапата паббая. Ириапата паббая. Это вторая часть по каяну пасана, по наблюдению за телом.
это ирияпада бхавана. Это когда ирияпада кели кианни ирияу певатти, мы апе ирияу. Как наши поведение, какие поведенческие наблюдения за поведением. Да. Мне говорится, алоките, вилоките, сампаджанакари хоти. Это когда идирия балана кота. Мне апау балана кота. Нони юктова балан. Алоките, вилоките, сампаджанакари хоти. Алло, слава Будде говорит о том, что когда мы смотрим на вперед, будьте внимательны, будьте осознанны. Когда мы смотрим на назад, будьте осознанны. Сангати патта живара дхарне сампаджанакари хоти. Сивру даримеди патре бхавитакиримеди ганимеди бхавитакиримеди. Нуни юктава ека карандаду. Когда манах одевает чивар, надо быть осознанным. Когда он берет чивару на руку, тоже осознанным быть. И так далее. Во всех действиях. Асите, пите, хайте, сайте, сампаджанакари хоти. Асите, апи ме ирияу паваттана кота, сиелума анга, бхома сантава паваттанду. Пите, монохари бона кота, асите, монохари валандана кота апи. ඒ වළඳනකොට ඉරියව් පවත්වන්න ඕනේ ඒක සිහියෙන් යුක්තව. පීතේ මොනවා හරි බොනකොට අසීතේ පීතේ කායිතේ ඔය කඩලා කනකොට කඩ කඩ කනකොට සිහිනුවණින් මේක කරන්නලු. සායිතේ නිදාගනිද්දී සිහියෙන් යුක්තව නිදන්නලු. Практикующий должен быть осознанность во время еды, во время питья, ну, когда принимает воду или что-нибудь пить. Когда пьет воду или... Употребляет пищу, пробует на вкус. Употребляет кура, да. Потом, когда ложится спать, когда... Вот он перечисляет, Будда перечисляет эти... Все моменты. Учара пассава камме сампаджанакари хоти. Учара пассава, экиане апи кесикили карна кота, весикили карна кота, сихиен юктава каранду. Когда мы идем в туалет, как вот Анадхамдру так как написано там, скажите. Здесь с бдительностью, когда испражняется и мочится, ну, действует с бдительностью, когда испражняется и мочится. Да. Арктия на интернете, хари транслейшн не ге. Ага. Ки я не ге, хонда и маги вачан тронда. Ага. Ки я пу ге не ти? О, Бхагавандур ки я пу ге он транслейт кал. Хари. О, Бхагавандур ки я пу ге ти не ти? Ага. Хари, ман ки я не? Ки я на? Да, конечно. Гате ти те, нисинне, сутте, жагрите, бхасите, тунни бхаве, сампаджанакари хоти. Гате, янакалли. Тите сити на калли, низинне индагани инна калли, сутте нидагани инна калли, жагрите эхрила инна калли, бхасите катакарана калли, тунни бхаве нишшабдаве инна калли, сампаджанакари хоти сихи буддиен индалу. Действует с бдительностью, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит. Ну все, да. Хари. Тамангэ кая паватна акаре пилибандаба сихи буддиен индалу. Кайан пасана, ведана пасана, вот я вам говорю. Мангейгатама, я тебе лакиягни, андаги.
වේදනානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ වේදනාව අනුව බැලීම. නබ්ලුදිනිය සා අසුෂේනියම් සෙන්සාසියම්. වේදනාව. දැන් වේදනාව තුන් ආකාරයක් තියෙනවනේ. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම අසුඛ වේදනා කියලා. Есть три вида ощущений. Первое – это ведена, сука ведена, значит, приятный. Хороший, приятный, неприятный, дука ведена и нейтральный ведена. И иногда читта-ану-пастана. Сита-ану-балима. Эгя не таманге хитата моновада энне. Лоба-сагата ситак-кенуана, лоба-сагата ситак-кена дэнагандаду. Наблюдение за умом. Сознанием. Если есть, появляется жадность, это в этом чите есть жадность, надо осознать, что там есть жадность. Да. И вагема моха сагата ситак тирана, моха сагата ситак бава дэнагандару. Если это какой-то мысль содержит невежество, надо узнать это качество. Да. И вагема ситата эна ситувили тирани, эва хандунагандару. Также вот все мысли, которые приходят в голову, ну, сознание проходит. Вот все надо опознать. Эго кино, амахагатан читтан, амахагатан читтан чи паджанати. Амахагатан читтан, амахагатан читтан чи паджанати. Эго кино, хонда сити виллак кавот, тека махагата сита. Анне хонда сити виллак кавот, тека хонда сити виллак кира дэнаган. Анне эвоги. Если очень благородная мысль пришла, мы должны знать, что очень благородная мысль пришла. А если очень неблагородная, нехорошая мысль пришла, мы должны узнать, да. Опознать, что очень нехорошая мысль пришла. Илангра даммануппассана. Вот даммануппассана, четвертая часть сатипаттана, даммануппассана. Даммануппассана, исканда, дату, аятана, චතුරාරි සත්‍ය පංච උපාදානස්කන්ධ මේවා පිළිබඳව දැන ගැනීම අවබෝධ කර ගැනීම ඒකයි ධම්මානුපස්සනා කියන්නේ ස්කන්ධ කියලා කියන සිංහල වචන ස්කන්ධ කියලා කිව්වේ පංචස්කන්ධේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධාතු කියලා කිව්වේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු පිළිබඳව ඒකට ආකාශ ධාතු මේ විඥාන ධාතු ඒවා සම්බන්ධයි. එතකොට ස්කන්ධ ධාතු ආයතන කියලා කිව්වේ චක්ඛායතන, සෝතායතන, ගහනායතන, ජීවායතන, කායායතන, මනායතන කියලා හයක් තියෙනවා. මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මන. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන චතුරාර්ය සත්‍ය හතරක්නේ. සත්‍ය හතර දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මග්ග. ඒක දැනගන්නද ඒවා දැනගන්න තියෙනවා 60 ආකාරයක්. Икшедесят способов дамман сати есть. Вот эти перечисленные такие дарма части, дарма моменты, важные дарма части, икшедесят. Даммануппассана существует. Первый он перечислял, это сканда. По сканда как понимать? Сканда это агрегаты тела, да. Пять сканда это как по совокупности. По совокупности. Это уже отдельно надо уже говорить, если вообще не знаешь, что такое сканда. Ну, если очень коротко. Коротко это совокупность. Не, какие совокупности? Какие именно? Совокупность вот это панчасканда, это рупа, ведена, санья, санкара, виньяна. Рупа это форма, да, тело рупа. Ведена это ощущение, сенсации. Ведена. Санья это как мы опознаем, какое как бы распознавание. Сознание распознавание. Распознавание. Санкара. Это вот мы, как, насколько мы вовлечены это, каким образом мы вовлекаемся по этому ощущению. Кая санкара, вачи санкара, мано санкара. Да, санкара бывает три вида, как большой монах сказал. Да. Три вида. Это кая санкара, это телесное вовлечение.
следование за полученным ощущением. Что мы делаем после этого, после того, как получили это ощущение. Да. Кая-сансар телесный, есть словесный, есть умственный. Mm-hmm. Вот эти три вида санскара. Потом виньян, как мы опознали, как мы... Распознавание, это, да? Распознавание. Да. Но виньяна и санскара, это они отличаются, да, отличаются, да. Да. Вот сейчас подробности не будем говорить? Не-не-не, да, да. В общем, потому что у нас санскара. Времени потом, не так много. Бывает, мы должны законы мира, нашего ума, познать по Будде, четыре Будде. Будде есть, четыре Будде это Патави, Або, Теджо, Вага. Патави это твердость. Твердость. Да. Твердость, температура, огонь. Температура. Текучесть, вода. И воздух. Безобразность. Да, Надутость. Да. Вот. Не, воздух, да, но... Ну, это так... Для говорим мы, для удобства. Воздух. Да. Речь идет не о воздухе. Да, я понимаю. Вот это надутость. Да. Текучесть, надутость, твердость и температура. Да. И как аятана, по аятанам. Mm-hmm. Аятана – это значит институты, можно сказать, mm-hmm. что создают, mm-hmm. что производит, воспроизводит, mm-hmm. какие шесть, места. Шесть сфер. Mm-hmm. Шесть сфер – это чакку аятана. Сознание видимого, да? Нет, чакку – это глазное сознание. Да, сознание глаз, сознание ух, сознание да. языка, сознание ощущений. Не только сознание, да? Если речь идет о аятана. А это сфера его деятельности. Да. Сознание это виньяна. Да. Мы говорим аятана. Да. Да. Это тоже входит в это 60. Да. Вот таким образом есть дхарма коттас, угу. их 60. Да. Надо их понимать. Да. Давай перейдем дальше. Да, перейдем к следующей. Это хатарама, мы кетин кива. Я без кетин данно не могу. Кетин кива. И иногда мангилая просто не ан. Следующий вопрос тогда. Ну вот это следующее, да, там вот это кая упадана, дхамма упадана, потом. Я уже поговорили пять-четыре. Ой, четыре. Созерцание. Вот, ну вот последнее это было созерцание. Ладно. Ладно, тогда дам задам следующий вопрос, да, если вот. Да, практику спрашиваю. Есть кая анупасана в джатре, да. Любой там, сейчас да. отдельный анупасана, да. отдельный час этого сатипаттана из четырех. Да. Можно, надо долго говорить, потому что да. это надо подробно знать. Дело, это, он просто сейчас ознакомительный. Не на один час. Да. Я вот хочу спросить, да вот самому начинающему, самый простой вид этой медитации, как делать? Самому начинающему. Самару инно он даже тер на карте Россия Россия инно а, а мы гудадина гудад данный день са, а ведь там поди какие-нибудь я не дан это, вопрос. Ну самое вот к примеру. Самое основа. Самое начало, с чего начать, да, вот человек хочет начать. Замани бауди кунат васи, замани кенек патанган на кото, а ведь бауди маги нирван маги я на кото, а ведь сади патане монатане инде патане патанга ты. Ана пара, имай патанган но. Ева Будхуандру Дейсана Карлатина Айу Киси Кенекута Венаскарана Бери Видхи. Венаскару Тека Викурти Вену. Эниса Иссалла Манаса Сакаскара Ганне Пе Аханда Дана Ганне. Эниса Ана Пана Пабба Кира Кианне Асваса Прасваса Котаса. Эхема Асваса Прасваса Кианна Кианне Ме Хусмата Хитайому Карапухама මනස සංවර වෙනවා ඒකමයි මුල බුද්ධ නිසුචයන ස්තෝපි දල් ඔන් ගවරිත් චෝ සාම ග්ලාවනේ එද මෙඩිටේෂන් ආනපාන සති ආනපාන සති එත ස්ලෝව ප්‍රාවින කක් පරුස්කි සිස් තක් ඉස්පොන්ස් ආනපාන සති දා ආනපාන සති නම් පස්ටි все знают да йоги знают это на основе дыхания наблюдение за дыханием вдохом и выдохом. И почему он уже в самом начале говорил, что чтобы люди не,
не искали какие-то варианты. Он сам, самое главное, успокоить ум для начинающего. Анапанасати. Если человек наблюдает за дыханием, он, у него ум успокоится. ඒක ඕන නම් මේක විග්‍රහ කරලා තියෙනවා මේ මේ චතුත්ථ ධානයේට යනකම් ඒක මට ඕන නම් විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍යයි ඒ කියන්නේ හදිති යමහු рассказат подробности анапанасати здесь сатипаттаны есть он оно медитация эта медитация может дать до четвёртый развитие ума до четвёртый джан ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කිව්වොත් හොඳයි අපිට ආනාපානසති. දැන් ආනාපාන සතිය කියලා කියන්නේ ඒ ආනාපාන මේකේ තියෙනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ භාවනාව කරන්න නිදහස් තැනකට යන්නලු. අරඤ්‍යගතෝවා රූපමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා. නිසීදිති පල්ලංකං ආභුජිත්වා. උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. එතකොට කැලේකට යන්නලු. ගහක් මුලකට යන්නලු. හිස් ආගාරයකට ගේකට යන්නලු. ගිහිල්ලා පලක් බඳගෙන වාඩි වෙන්නවලු. නිතීදති පල්ලංකම් පලක් බඳගෙන වාඩි වෙලා ආභුජිත්වා. ආභුජිත්වා කියන්නේ ඉදිරිය බලාගෙන උජුං කායං කය ඍජු කරගෙන පනිදාය කියන්නේ පිහිටවාගෙන පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා පරිමුඛං කියලා කියන්නේ මේ මුව මුහුණ පරිමුඛං සතින් සිහිය පිහිටවා ගන්නලු පරිමුඛයට මේ මුව ඉදිරියට උපට්ඨපෙත්වා පිහිටවාගෙන සෝ සතෝව අස්සසති හෙතෙම සිහියෙන්ම ආස්වාස කරනවා සිහියෙන්ම ප්‍රාස්වාස කරනවා එතකොට ආයෙත් කියන්නේ Будда говорит, что человек должен освободиться от своих дел, идти в такое тихое место, таким, которым является ну, лесное место, может быть, под деревом, рукамула готова, суннагара готова. Это может быть отдельное помещение, в котором ничего нет, ни которых предметов или людей. Пустая комната. Пустая комната. И садиться в таком положении, как максимально удобное положение. Удобное положение. И принять позу прямую спину. Да. Прямой спиной. Посмотреть прямо в лицо, прямо вперед, смотреть вперед. Угу. И наблюдать за дыханием, идущим от человека и входящим, который идет и который принимающим дыханием. За вдохом и выдохом. За вдохом и выдохом. И надо сознательно быть по этим двум процессам. Можно вопрос один задать практически, да? Полипрасняк. Многие люди, которые вот смотрят видео, да. Им трудно сидеть на полу. Да. Можно ли сидеть на стуле с прямой спиной, да? Можно садиться на какой-нибудь скамейке или на какой-нибудь маленькой. На табуретке. Но главное из табуретки, главное, чтобы спина была прямо. Да. И я там, монах сказал, Будде, слава Будде, что главное быть осознанным и иметь сознание на место под носом. Да, да, да. Место, которое внимание, выше да. губ, верхнего губа, угу. ниже носа, кончика носа. Да. Вот на это место надо обратить внимание. Внимание привести в это место. Вот в это место. И, да. и дыханием, наблюдать за дыханием. Не убирая свое внимание на это место. Да, с этого места. Да, с этого. Есть такой вот спиной вот спина да.
вот спинная вот этот позвоночник, она должна быть прямо. Позвоночник должен быть прямо, прямо. Да. Тогда фаламини пиевара тамаи, индага на, со сатова асасати, сатова пасасати, гане это фаламини пиевара. Это первый шаг, это быть осознанным о вдохе и выдохе. Да. Это первый шаг. Тогда это там арамуна, мукадда. Сихиемма асваса карнова, сихиемма прасваса карнова. Наша цель быть осознанным во время вдоха и выдоха. Вот это цель наша. Да. Тогда сихиети инноне метана насе келавар. Значит, паримукан сатин кила киве экане. Паримукан сатин. Что означает паримукан сатин? Это сихия, это сатия. Сознание должно быть на этом месте, кончике носа. Да. На кончике носа. Да. Это на верху. Да. Над верхней губой. Верхней губой. Да. Когда на хунгака, видите, это на якинда, вибанга прагарни. Будухам друма десана каллатина. Хатта паримукам. Паримука кьяне кумадде. Есть очень много споров, какое место надо посмотреть. Там есть, есть такое слова Будды, которые вибанга прагарни. Абидарма. Абидарма. Да. Там есть еще подробное описание, что Будда имеет в виду паримукам. Сати, да. Сати. Катта паримукан, это утарекиено. Насагьева паримука. Насе келавара паримукия. Конец носа, это есть паримука. Это нос. Да, вот эта часть. Конец носа, это есть паримука. Конец носа. Кончик носа, да. Кончик носа. Это есть паримука. Да. Чтобы люди не толковали по-своему. Да. Будда еще раз дает объяснение в банках прохрана. Да. Тогда девяти пиевара тамай, усмаганна кота, это диргвасен, кечвасен, ганна, это инду бхуванду десана каллатене, дигамва ассасанто, дигам ассасамити фажанати, фажанати кене дэнаганилу, диргвасен асвасакарна кота, диргвасен асвасакаранне яй дэнагани, дигамва пассасанто, дигам пассасамити фажанати, гатто усма пичакарнони, это ප්‍රාස්වාස කරනකොට දීර්ඝවතේම ප්‍රාස්වාස කරන්නේයි දැනගනිමි. Хади. Я когда человек находится в осознанном состоянии, он наблюдает, что у него есть дыхание длинное. Что делает длинное дыхание? Длинное дыхание. Есть. Да, длинный вдох. Длинный вдох. Короткий вдох. Короткий вдох. И вот это надо быть опознать это. Опознать, паджанати, опознать, осознать. Надо осознавать. Осознавать это, это состояние. Ну не проговаривать, просто осознавать. Да. Но не надо специально давать установки. Установки и делать, изменить ритм дыхания. Не надо специально. Итала, эмо усмаганно удане, тама усмаганно ани, анне э видие тамае усмаганне. Натуральный дух. О ганна усма диа балани не кайва ти. Просто надо наблюдать за дыханием, не надо специально дыхать или выдыхать. И под твоим указом, под твоим как бы желанием дыхать не надо, как бы специально. Да. А вот наблюдать просто за натуральным дыханием. Да. Нитадима ганна элана усмата. Хита ему кирима помана и тиен. А бай мулимма арамба керене котта. Иди ок диргавасен тама и хитма ганинни. Когда в начале человек может долг, у него дох будет или видах будет длинным. Но надо добиться, чтобы только наблюдением заниматься. Да. Не вовлекаться ему процессу. Да, я понял. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දැන් මොහොම ටිකක් වෙලා හුස්ම ගන්නකොට දීර්ඝ වශයෙන් ගෙනෙන්නේ මේ හිත පොඩ්ඩක් සැහැල්ලු වෙනවා එහෙම අර බාහිර මේ සිතුවිලි එන්නේ නැහැ බාහිර සිතුවිලි පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා එහෙම හිත සංසුන් වෙනවා එහෙම එතකොට මේ හුස්ම බොහොම අඩු වෙනවා සැහැල්ලු වෙනවා
ඒකට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ රස්සම්වා අස්සසන්තෝ රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. රස්සම්වා පස්සසන්තෝ රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. කෙටි රස්ස කියලා කියන්නේ කෙටි. කෙටියෙන් උත්ම ඉහළට ගන්නකොට කෙටියෙන් උත්ම ඉහළට ගන්නවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. කෙටියෙන් උත්ම පහළට හෙළනකොට කෙටියෙන් උත්ම පහළට හෙළනවායි කියලා දැනගන්න ඕනේ. Когда в процессе наблюдения, когда идет, идем, практикующий период идет, он чувствует, что у него давление, что мысли мешает сейчас, и он успокоит свой ум, у него легкость появляется. И вместе с этой легкостью у него дыхание становится короче, более коротким. Короче. Да. И вот это короткое дыхание надо опознать, что у меня есть сейчас короткое дыхание. Да, что ум уже немножко успокоился. Успокоиться. Надо опознать его. Увидеть это. Иногда буду говорить, манаса таватика ме атулета бахино. Шарири атулета. Это там сабба кая патитам веди. Ме тум мене пи вода. Сабба кая патитам веди асса сиссамиети сиккати සබ්බකාය පටිසම්බේදී පස්ස සිස්සාමිති සික්කති සබ්බකාය කිව්වේ සියලුම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය පිළිබඳව ආස්වාස කරනකොට සියලුම ආස්වාස ආස්වාස කය පිළිබඳව දැනගන්නවා එහෙම මේ හික්මෙන්නලු ඉස්සලා පජානාති නේ කිව්වේ දැන් කියනවා සික්කති කියන්නේ සික්කති කියන්නේ හික්මෙන්න ඒ හික්මෙන්න කියලා කියන්නේ අර හිතන එක නවත්තන්න නවත්තලා සියලුම කය පිළිබඳ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ සියලුම කය කියලා කියන්නේ මේ ආනාපාන සතියේ කියන්නේ මේ මේ ආරම්භය. ආරම්භය. ඒ වගේම මැද. අවසානය. කියන තුනයි. ආන් ඒක සබ්බ කය කිව්වේ ඕකට. ආන් ඒ පිළිබඳව හික්මෙන්න. එතකොට ආස්වාස කරනකොටත් ප්‍රාස්වාස කරනකොට ඒ පටන් ගන්නවා කියන්නේ මෙතනින් පටන් ගන්න මෙතනින් ඉඳන් පටන් ගන්න ඔව් එතනින් එතකොට මේ ඒ බව දැනගන්නලු මෙතනින් තමයි මේ පටන් ගන්න ඒක තමයි ආරම්භය එහෙම ඊට පස්සේ ඒක දිගටම කෙරීගෙන යනවා එහෙම මේ උස්ම පස්සෙන් යන්නේ නැහැ එහෙම ඒක දිගටම කෙරීගෙන යනවා එහෙම එතකොට මැදත් හොඳයි ආරම්භයත් හොඳයි මැදත් හොඳයි අගත් හොඳයි එහෙම අග කියන්නේ ආස්වාස කරනවා නම් ආස්වාස කරලා ඉවරනේ එහෙම ඉවර ඊට පස්සේ හැරෙනවා ආයේ ප්‍රාස්වාස එහෙම අන්න ඒක සබ්බකාය කියලා කිව්වේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කයටයි ඒක මේ මුළු ශරීරයට එහෙම නෙමෙයි එහෙම නෙමෙයි ඔව් හරි значит вот после того как человек второй этап прошёл более-менее успокоил свой ум Будда советует ему не наблюдением заниматься а не опознать что короткий или длинный. А он должен определить свое внимание на следующий этап перевести. Надо осознать саббакая анапан. Это вот это тело самого дыхания. Процесс самого дыхания. Самого дыхания начало, середина и конец. Начало, середина и конец. Не в теле это. Когда начинает дыхание, он сейчас начинает. Второе, середина. Вот сейчас идет процесс дыхания. Вдох. Если это говорит о вдохе, начало вдоха, середина вдоха, ну, процесс вдоха. И окончание вдоха. Это видите. И то самое, что выдохом. Начало, середина и конец. Видите это. Вот освободиться от самого процесса, например, ну, как бы, наблюдения. А вот такие тонкости, как начало, середина и конец этого вдоха, выйдет. Да, понятно. Сапогая. Это очень тонкие уже получается наблюдения. Да. И на вот, да, это тунахни пиора кивене, хатаравини пиора тамай, пассам бхаян кая санкарам асса сиссамити сиккати. පස්සම් භයං කාය සංකාරම් පස්ස සිස්සාමීති සික්කති. දැන් හුස්ම මේ විදිහටම යනවා. පස්සම් භයං කාය සංකාරම් කියලා කියන්නේ මේ කායික සංස්කාර සංසිඳෙනවා. පස්සම් භයං කියලා කියන්නේ සංසිඳෙනවා. අන්නේ සංසය මේ ආස්වාස කරන කොටත් ඒ කාය සංකාර මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ එහෙම හුඟව සංසිඳිලා.
හුස්ම ගන්නවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හෙලනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. අනේ ඒකටයි මේ අවස්ථාවට වෙන සිතුවිලි එන්නේත් නැහැ. නැහැ. මේ සද්ද ආදී ඇහෙනවා. ඔව්. නමුත් මේ ඒවට හිත යොමු වෙන්නේ නැහැ. නැහැ. දැන් මේකටම හිත යොමු වෙලා එහෙම. මේ සංසිධීමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම. කාය සංකාරම් කියන්නේ මේ කාය සංස්කාර වල. එහෙම. කායික ක්‍රියාත්මක කායික දැන් මధుර එක්කවට එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. අනේ ඒකයි ඒ අවස්ථාව. Значит, месяц с этим, следующий этап, человек приходит, и он начинает, у него санскара будет успокоиться, устраниться будет, устраняться постепенно, санскара. Это как происходит? На примере, значит, если он достаточно хорошо, он звуки и какие-то органы еще работают, но они чувствуют это, человек практикующий чувствует, но у него санскара начинает устраняться. Это что значит? Кая санскара. Это телесные реакции. Телесные реакции на окружающий мир начинают действовать. Почти полностью перестаем чувствовать дыхание. Дыхание незаметно становится. Очень тихое дыхание. Даже самому тяжело его поймать. Определить, да. Определить. И даже укус комара может не чувствовать. Mm-hmm. Телесные ощущения становятся наиболее успокоенными. Mm-hmm. Тело начинает не чувствовать себя даже. Но звуки еще остаются, звуки. Mm-hmm. Что-то наш Амандандру совсем расклеился. Да. Клей плохой. У кого хороший? Это Бхагавандроме Махасатипаттана сутра, Сатипаттана сутра кипят ти. Махасатипаттана сутре кинва, это пассе. Ти аджатта вакае каяну пассе вирати, байдда вакае каяну пассе вирати, аджатта байдда вакае каяну пассе вирати. Самудая дхаммана пассе ва каясмим вирати. Дэн это пассе баландалу. Иди аствата прасвата керенвада янтан терене. Таманге каят меваге тамай криятмака вен. Аннайге анапанасатият меваге тамай криятмака вен. Таманге таньянге субхаве баландару. Балала ите пасте самудая дамману пастива каясмим вихарати. Самудая дамману пастива киракенне ме хата гене. Хата ганим кьян ме кайе хата ганим. Самуде дамману пастива каясмим вихарати. Каясмим кьян кайе хи хата ганим. Саттами бхакти ека вачан. Ме кайе хи хата ганим. Аан ека тама ока варадда ганни хунга кокай. Ека баланду. Там есть такое сатипаттана несколько сутра есть. Есть маха сатипаттана еще. Вот сатипаттана несколько есть. Вот. Там он говорит, сейчас он из этого Махасатипаттана сутры, сейчас он говорит, что он когда такому моменту, он когда подходит анапанасати, есть такое понятие, как самуде каянапаси вихарит. Харидаба парак. Самуде дамма. Самуде дамма анупаси ва каянапаси. Самуде келагене хатагене имани. Самуде дамма анупаси каянапаси вихарит. Как узнать причину возникновения тела? Как это закономерность? Как поймать? Дамма это закономерность. Как найти через когда мы сосредоточим ум? Да. Вот в таких моментах люди начинают теряться. И разные толкования бывают разные вот в этих моментах. Надо обратить внимание. Самудая дамма анупассива вихарати. Значит,
Samudaya dhamma ne pas. Samudaya te prichina. Ata ganima nevati dharme. Prichina. Закон о возникновении. Как это тело, как вообще это все состояние образуется. Вот этот закон, наблюдение за этим, есть следующий этап. Будда советует этим заняться. Это возникновение, закон о исчезновении, как она уничтожается, как она упадку приходит. නැතිවීමයි පිළිබඳව දැනගා ඔහම කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ නේ මෙතක් නී පයිමියෝ අචෝ බ්‍රේචිද ඒක හට ගැනීම කියන්න ඕන ඔව් සිචසන් බුයි තමයි තම ගවරි බල බොලේ පද්‍රෝ ඒක දැන්ට එහෙම කියනවා ඈ එතකොට ඊළඟට කියනවා සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති හට ගැනීමත් නැතිවීමත් පිළිබඳ බලමින් වාසය කරන්න කයෙහි හට ගැනීමත් නැතිවීමත් පිළිබඳ බලමින් වාසය කරන්නේ කායස්මින් කයෙහි තියලේ වස්නිකවෙනි වස්නිකවෙනි හට ගැනීමයි ඉස්සෙස්නවෙනි සජල ස්මත්‍රිලි වස්නිකවෙනි තෝක පතම් ස්මත්‍රිලි උපාද කකොන් කොදිත උපාද ඉස්සෙස්නවෙනි පතම් අන්න වෙරිමින් න වස්නිකවෙනි ඊයත් ඉස්සෙස්නවෙනි නබුදෙනි он находится практикует наблюдая этим процессом. Но мы сейчас говорим только слова. Мы сами не понимаем, о чем сейчас. Ильянгата киянава, атти кайотива панасса сати патчу патита хоти. Атти кайотива, хаяк этэй. Мы хаяк эхэма хатаганнаву, эхэма винасавеннаву, хаяк паманак этэй. Хаяк паманак, панасса сати. Хаяк паманак этэй, сихия පිහිටුවා ගන්නලු සිහිය පච්චු පට්ඨිතා හොති සිහිය පිහිටුවා ගන්නලු එවැනි කයක් මේ තියෙන්නේ такое тело которое возникает которое исчезает но как уходит упадок вот такое тело имеет вот надо иметь ум способный вот это опознать да опознать такое тело которое возникает и исчезает так ආන්නකො මේ අපි එහෙමද ඉන්නේ කියලා දැන් මේ හට ගන්නා වූ විනාශ වන්නා වූ